43. На мать. На тире вейфер. Сегодня прям все старты приятные пока. Охренеть. УЗБ08СЛЖ. Я забыл опять. Кликер удаляет стартовый айтем Эдена? Вроде да. Или раньше удалял. Блять, я вот, сука, из этой репы ебаной все еще путаюсь. Раньше точно можно было удалять стартовый айтем Эдена. Но теперь, может быть, нельзя? Потому что они же теперь, типа, не дают в челлендже, типа, удалять айтемы. Сейчас проверим, не-не-не. Я не хочу вейфер удалять. Да и ролик-то не хочу. Да я так. Это я вообще не буду никак использовать. У меня старт хороший на Эдене. Просто охуенно. У меня дамага как говна. Тирейд хороший. У меня все нормально. Продление бусти. Спасибо, Крупуш, за продление бусти. Редкий алерт. Галп. А у меня не было тринкет. Блять! Надо было подождать. Какой же я, блядь, все же нахуй не стрикер. Как не похуй. Даже кал нахуй не дочистил сразу. Нажал. Ну, блядь, сложно думать, что это будет галп, блин. Так, конечно, мог быть галп, но это не факт, что был бы галп. Мог бы сразу съесть. Нет, пульт вольтов не рулит. Ты ролишь либо альта в альта, либо не альта в не альта. Ты не можешь ролиться между... Между видами. Межвидовые роллы, короче, невозможно. Назовем это так. Стартовый ролик, окей, значит так же осталось. Значит, это не поменялось с Автоберс Плюс. Что немного чего меняли, я потому каждый раз путаюсь нахуй. В игре просто нахуй ноль постоянства, просто ноль. Они что-то поменяли, что-то оставили. 3 года плюс нихуя не помогает. Все равно каждый раз думаешь, как это работает. Так, халявная секретка, это хорошо. Феромонс. Так, ну ключ есть, на мать мы попадаем. Типа. Типа вроде попадаем на мать. Должны. Скорость небольшая стартовая, в принципе, как Мэгги буду. Буду на 1/100 лучше, чем Мэгги, окей? Даже не так плохо вроде. Лостик только другой. Ну, тоже нормальный. Тут пойдет. Тоже будет умирать. Тоже будет явно умирать. Привет, мясник. Нет, я ничего кроме формулы не смотрю особо. Очень редко. Да и формула уже так. Полу-полу сплю на формуле тоже. А мог срать говно. Ну, звучит вкусно, но все же, наверное, нет. Кошмар это мы, конечно. Когда будут раунды-то плохие? В Монако я их не видел. Они хотя бы один из них вообще показали. Там вроде в конце этот обогнал сержант, и это, по-моему, даже не показали. А там был обгон, извини меня, за 15 место вроде как. Типа не в тапки срать, за 15 место обгон. Они даже это не показали. Уроды. Как можно было такой хайп пропустить? Ну там первый круг был хороший, поэтому ладно. Там просто, я говорю, можно было идти спать после первого круга, я сразу понял. Первый круг типа все решил. Что дальше ничего интересного точно не будет. Бомжи, я знаю, я вот хочу хп найти. А! У меня вампирка, точно, я же... Вообще, да, надо было хп сливать, наверное. Сливать сразу. Блять, он тоже ему хп отдает, я забыл, сука. Я каждый раз путаю, что типа уж он тоже хп отдает. Там, который Lost Soul. Нет, не это, не...
донатят. Этот может донатить. Ладно. Ну и похуй. Вампирка. Корми. Корми меня, вампирка. Так, если два ключа, я могу пойти в этом руму. Кормили, спасибо. Ура, демодшап невидимый. Сильно осязаемый. На ростер. Ты урод. Ну что это за таблетка? Что это такое? И даже их есть не могу, потому что у меня ран на мать. В ебеня улечу, я туда не вернусь. Если было бы на зверя. Даже если было бы на зверя, наверное, это было бы не лучше лостика, наверное. Наверное. Не знаю. Это было бы плюс негатив. Постоянный лостик, он дохнет все-таки часто. Первая сливка дня. Снимаем сливки. Муха, ты меня бесишь. Ты меня тоже бесишь. Understandable. Шли обратно. Я дверь не открыл. Открой дверь сразу. То мало ли, блять, что. Все. Вот открыт. Так, давай, бомжара. Дай что-нибудь клевое. Таблетки это не клевое, это таблетки. Дай что-нибудь клевое. Или ты дай мне что-нибудь. Блин, да очень, ну это какая-то хуйня какая-то, на самом деле. Это какая-то хуйня. Топли мало будет. Сука. Ты собака, я собака. Вау, ладно, хотя бы дал в итоге. Так, а кстати, вторая часть руна, это хорошо. Это очень даже неплохо. Даже удача больше одного. Вау. Активку бы сменить на что-нибудь более тыкабельное. Шагликер я тыкать явно не стану в этом ране. Прям не кликер. Вы бы найти. Очень сильный старт, конечно, офигеть. Кстати, лос умирает, да, по-моему? Не, лос, по-моему, не умирает. Подожди. Подожди, по-моему, лос не умирает. У него мантия будет, да, наверное? Или... Или нет? У него будет мантия? Интересно, на одну комнату. Нет. Не будет. Ладно. Тогда... А нахуя это вообще-то нужна анимация, блядь, что за бред? Почему тогда вообще есть анимация, типа, что он перевоплотился? Чё за чушь? Эх, какая кривая игра. Забайтил он. Лос у меня, да, это стринки там. Что еще? Деньги. Тринкета уже не будет, тринкет я уже оставил на первом этаже. А, зеркало будет снизу. Очень похоже на то. Угу.
Феникс. В говне мне уже колопаться лень. Не стоит того. Так, пошли в магазин. Ну, это как минимум полезнее, чем кликер. Я думаю, столько денег уже не надо. Пароль просто. Пандора. Пандора дает нихуя. Ну, вернее, два ключа, две бомбы. Хрень собачья. Того не стоит. Ну, ищем карты, видимо. Либо ищем еще другую активку. Смотрим. Пока кэшабланка тоже не сильно полезна, скажем прямо. Ладно. У, говнопин. Суровый босс. Не-не, пошел нахуй. Мри. Уже вторую фазу. День защиты детей. Ну, кстати, ни ласта, ни лостика, пока мы, кстати, не защитили. Получается, да. Получается, увы. Что было здесь? BFF на тринке-то, по-моему, влияет на какие-то. О, хорошо. Бля, теперь BFF, кстати, был бы нужен, но увы. Я его уже проролил, не будет BFF. Ну ладно. Пишем карт. А, типа, чтоб бланку въебать. Вот такой себе. Лучше полезную карту найду и бланку оставлю. Я не уверен, что BFF с лосиком работает. Мне кажется, он какие-то тринкеты усиливает, но и то не уверен. Не факт, что лос BFF усиливает. Я такого не помню. Но может быть и усиливает. Не знаю. Так, нож есть, все, пошли отсюда. Это опять же на deadgod.ru. Может, там об этом написано. Опять я ластом прикрываюсь. Нет, мантия дается лос соло. Это айтем, а не тринкет. Который дает награды. Вот он, да, он получает мантию. Это что-то с Татьяна. Привет, Клэвис. Спасибо большое за 30 за комиссию. У меня всего один ключ, кстати, лол. Они... Бля, они все сдохли, я думал. Муху забайчу. Ладно. Кто нашел ключей? Тихо. Музыка пошла. Ёлки, это тринкет ласта. Я думал, нафига ломтика при собачьей квинстрику, что за дизайн. Ты про это, окей. Ладно, и такое бывает. Раньше любил спать под твои воды на ютубе, теперь все реже смотрю Айзека, эх.
Ну что поделаешь? Так бывает. Это, кстати, наверное, лучше будет, чем Лостик. Наверное, это будет лучше, чем Лостик. Меня хотя бы это не отберут. И это очевидный плюс. Меня это не отберут. И это будет дальше еще усиливаться, если... Господи, куда вы запихали Item Room и Магаз? Охуеть. Самый конец этажа. Чем и то, и другое. Жестко. Так, сначала в магазин. В нем, конечно же, бумеранг, который мне вроде все же не особо нужен. В этом руме, конечно же, 5 бомб и роллы. Так, погоди. Это может быть интересно. Не жадные. Бля, мне телепорт. Ну хотя нет, смотри, я могу попасть в комнату. Я могу попасть в комнату с боссом. Из Кёрсы. Из Кёрс-румы, да? Но тогда надо еще найти вторую, да, секретку, я еще и не видел. А, и сделку получить, мне сейчас сделки может не быть. Тоже правда. Так, ох, если вот не хочу все же. Чем вторая здесь, по-моему, очень встратая будет. Кажется, вторую я буду душно искать сейчас. В принципе, может быть, здесь. Здесь. Или где-нибудь здесь. И даже, может быть, здесь. Дизайн, я охуел, да. Я, кстати, забыл скинуть дискорд, я охуел от этого вчера ночью. Пиздец. Уебанский просто дизайн, он просто уебанский. Теперь Twitch открывает стрим сразу же, левый. Любой из твоего списка. Это пиздец бесит. Мне сейчас лень делать скрин. Ну, короче, там... Ты когда включаешь эту хуйню на телефоне, у тебя теперь, короче, сразу стрим открывается, и ты не можешь даже, по-моему, сменить самостоятельно. Надо, типа, на другую уходить, типа, страницу, и там список листать. Это просто пиздец какой-то, ебланца кто-то сделал, и нахуя. Я типа, надеюсь, что это просто какая-то ошибка, нахуй, кто-то просто ёбнулся, нахуй. С бадуна просто там решил нахуй наапгрейдить. Это просто ужас. Я нахуй тогда буду с браузера смотреть, они там, блять. Если так дальше будут. Это просто омерзительно выглядит. Там, возможно, не всем сразу обновляют. Они часто бывают, типа, это как волнами эту хуйню обновляют. Типа тестирование. Как там эта хуйня у них называется? Типа, что не всем сразу выкатывают. Чтобы не все в раз охуели, а только часть охуела тихо где-нибудь. В сторонке. А потом уже все охуели. Да, АБ-тест. АБ-тестирование. Оно. Так что сейчас, возможно, не у всех оно и обновилось, поэтому. А поправят. Ну, я говорю, типа, что это бред, мне кажется, какой-то. Ну прям настолько чужеродно выглядит. Настолько просто вырвиглазно. Что я просто не верю, что они это оставят. Я не верю, что они эту хуйню оставят. Это прям ужасно плохо. Ну посмотрим, что они там переделают. Если переделают. Откат, а там вряд ли откат есть. Там, мне кажется, никогда не было отката. Типа версии. Ну, ты можешь, конечно, где-нибудь сам, типа, отдельно, наверное, скачать можешь. Наверное. Найти.
Ну, я думаю, ты вряд ли сам можешь, типа, откатывать версию приложения самостоятельно. Неплохо, но... Ну, хотя, ладно, это неплохо, наверное, ладно. По итогу нихуя не получу. Как обычно. Ну, срун. У нас есть срун. И не очень много хп. Ну, наверное, в принципе, не так и плохо все пока. Так, нам сюда, сюда. Блин, карту так и не нашел, нихера. Что за бред? Где все карты? Карт вообще нет. Сидим. Нахера я брал бланку? Нахуя я пошел в эту сторону? Не знаю. Это было зря. Мем хуярь. Вау, карта. О, это хорошая карта. Это хорошая карта. Кстати, 2 этого по 10. Значит, это хуйня, наверное. Деньги можно не тратить. Привет, не спил. Привет, Digital. А, у нас есть вейфер, потому что у меня вейфер лол. Ладно. Я за хп сейчас зря переживаю. Я вообще забыл про вейфер. В этом ране, что у меня есть. Смешно. Тогда забей. Белое потом заберу, если про него вспомню. Надеюсь, вспомню. Так, в принципе... Не, белая пока бронится, потому что я его потеряю. Об зеркало. Не об зеркало, но об эту хуйню. Ебаную. Об налог. Налог на дверь у меня отберет белое хп тогда. Нельзя брать белое хп рано. Они толстые. Блин, пробьешь. Но. Здорово, бэкер. Так, пока Сеня не просрал, надо идти сразу на босса. А, ну конечно, блять, конечно, эта хуйня здесь будет на боссе. Еще и вышпить, еще волны будут накинуть топсосные. Всегда волны, по-моему, тут законченные вышпите. Ну, хотя они пока нормальные, окей. Пока вроде терпимо. А, думал, фрейлы будут. Не. Так, сделки нету. Терза хорошо. Терза отлично. Так, так, что еще сделать можно? Сходить в Керсон. Сейчас было, это рума была. Секретка даже если есть, я не хочу ее, по-моему, искать на двух бомбах и на блайнде. Все, там брать ничего не возьму. Подожди, а где зеркало? Ой, зеркало, господи, почему все зеркало не отпускает? Где это? Шахта-то где? Все-таки справа, видимо. Кнопки... Не помню, тоже не считал. Че по кнопкам? Привет, турбо. Откузи. Поехали. Забрала. Кайф.
Долгий путь у посылки был. Вернее, недолгий. Длинный, но наоборот быстрый. На удивление. Капот, да, я вчера доехал. Вчера ПБ сделали, но... Хуйня полная. Но ПБ. Но рам полное говно. Белое, я знаю, я из шахты вернусь, туда заберу. Зачем сейчас брать белое? То я тут его потеряю сейчас. Ну, снова ПБМ, только в другой категории. Я теперь раню не ванилу, а другую категорию. Что, ванила, блин, слишком долго, я не знаю. Жопа моя уже не выдерживает 6 часов ранее, что-то как-то сильно душно. Ту категорию еще, может, маленько потыкаем, может быть. Привет, Мирослав. Спасибо за хороших ранов. Карелия, гроза и град. Блин, град тоже стрёмная тема. Да и гроза стрёмная тема, блин. И то, и другое стрёмно. Надеюсь, без последствий будут больших. Вообще без последствий. У нас просто холод собачий последние дни. Что даже я аж начал что-то мерзнуть, хотя мне вечно жарко. Жарко, но не открываю уже 2 дня, по-моему. Так, все чистенько пошли. У нас снег на вешал. Но все же первый день зимы как-никак. Логично. Было рискованно. Это было очень поздно. Можно уже зиму. Зима всегда успеется, не переживайте. Не успеешь оглянуться, уже снова минус 40. Так это я попозже заберу. О, галп. Бля! Да куда? Да дай, блядь! Чё началось-то, блядь? Чё-то таблетки такие охуевшие. Последний снять пытаются, блин. Ничего не оставят. Заебись. Бля, так таблет скоро нахуй не буду есть. Доведет меня эта игра. Больше не буду есть таблетки. Доведешь меня, твари. И блайнды брать не буду, и таблетки есть не буду. Буду как пуська играть. Полноценная. Блин! Я не заметил. Вау. Благо был таймер очень долгий, тут кнопок. Вечно про кнопки забываю. Так, у меня ж нет там ранее, да? Глаза, гапи, какой-то веки. Это самим. Всегда уже реально бояться особо нечего. Когда уже съел там какой-нибудь бэт-трип, там, тирсдаун, спиддаун, уже полупофиг. Это тоже правда. Или когда ты съел плохие таблетки, и потом видишь, что у тебя золотая упала, то там будут, скорее всего, хорошие эффекты или нормальные в среднем. Потому что там эффекты, которых нет у тебя в пуле таблеток в золотой. Тоже удобно. У меня такой ран был недавно, что там просто одни эффекты охуенные, блядь, один за одним в золотой. Просто один кайф был. Сплошняковый. Тринка. Там что-то было хорошее, просто не сильно внимания обращаю на тринкеты. А, я думал, что это почему-то них не заденет. Ладно, я еблан. Ладно, стримеры, еблан.
Что поделаешь? Temperance. А, на планетаре, да. Что-то я ее проигнорировал, не знаю почему. В игнор ушла. Мне он нужен. Может быть, на алтаре. Все будут алтаре. Ну тогда я отдам еще и бэбика зеленого, он хороший. Он полезный. Привет, бужик. Золотая СПХД. Она просто дает тебе все хорошие эффекты. Ну, типа, плохие эффекты будут заметно что-то хорошее или нейтральное. Типа, ты не можешь плохие эффекты получать с ПХД. Ни с каких видов таблеток. В любом случае. Просто будут оверратить плохие эффекты. Негативные. Привет, Алекс. Спасибо за рейд. Ну давай. Ох, а, уже конжоин, подожди. Стоп. А, Квинс. Квинс, все. Я забыл про Квинс. Хорошо. Хорошо, хорошо, ладно. Тогда не надо еще хп тратить. Лил Абатон мне в хуй не вперся. Не нужен мне он в этом забеге. А там все можно пробежать, да? Там где место есть. Или нет? Да! Да, есть. Смешно. Хитбоксы проходят. Однажды я все румы с ребусами буду неделю проходить. Сутки напролет. Когда мне будет не похуй на них. Еще лет через 20. Кстати, думаю, может, на бусте он этот поиграть этот мод, который сейчас все форсят. Он, кстати, короткий. Он даже, по-моему, не особо сложный с виду. Ну, типа, не, он сложный, конечно, понятно. Немного. А не прям мега сложный. Визуально. Типа, который был в плюс, он был. Или он был тоже в репе, я не помню. Который. Что-то там. Пургатория. Бегерс Пургатория. Вот тот был пиздец, заебный мод. Вот там реально сложный. Для нахуй интеллектуалов. Там, по-моему, 4 уровня было. И он, по-моему, еще и долгий при этом был. Довольно длинный. Ту я хуй вообще играть не стал. Только, по-моему, первый уровень, по-моему, играл, по-моему. Дальше просто нахуй такое надо. Так, такое мозгоебство. Там такие, типа... Где не очень долго думать надо. Я бы все понятно, что делать надо. Плюс-минус. Заключение. У меня речь сейчас, который форсит какой-то там Certain Rooms of Agony, по-моему. Что-то такое. Да, я видел, там я только Нео уже играл. Я уже видел, да. Там челики уже, по-моему, 10 минут его проходят. Или типа того. Кто-то, по-моему, нас кидал, за 8 минут прошел челлендж весь. Француз один. За, по-моему, 8.40 прошел. Весь мод. Ну, он реально короткий. Недолгие. Тем более, если его прям еще это его, типа, задрачивает, а не один раз проходить вслепую, грубо говоря. Да, тем более, конечно, он еще короче будет. Oh.
типа все медленно. А почему? А, потому что щупальца, господи, конечно. Что еще? Думаю, откуда замедление пошло. На 4 цели, старик. Да, сундук, лэмп, мать и зверь. И так по кругу. В таком порядке всегда. Нет, я не забаюсь. Туда я не пойду. Перед антроплазмом. Да, карт очень мало в этом сиде было. Смешно. Ну, бланка какая-то стала скучная в этой игре. То карт нет, то если они есть, они какие-то бесполезные. Потому что очень много переделали карт, что они стали очень дорогими в использовании, слишком долго перезаряжать. Там вроде была другая рубашка, там вроде не мог быть имперор. Там вроде была, которая может быть типа Джокером. Хотя там было темно, может, мне это привиделось. Может, показалось. Не знаю. Может, показалось. Фу-у-у-у. Аккуратно. Вот такая там была, по-моему. Деньги уже не пригодятся в этой жизни. Везде личинки. Куда я попал? А там, кстати, прикольно работает. Все-таки удача один, правильно. Не ноль. Целый один удача. Все же удача есть. Блять! Не успел насрать. Но он почти успел насрать. Чтоб маленький насрал бы, по-моему. Не пизди меня. Терза. Абатон. Абатон. Не, ну абатон, наверное, того стоит. И все равно этот вейфер есть. Чудо-маг. Тридзетон. Здорово, Оскар. Даже почти хочу пофармить Сокруму. Кажется, я в порядке. Тут еще хп было на халяву. Капец. Когда я буду чекать все Сокрумы всегда? Сейчас будет хп валяться на халяву. Причем синяя даже, ладно, красная. Даже синяя валялась. Ладно. В итоге все нихуя не дали, ну и ладно. Ну и ладно. Ёбаные комнаты с мухами. Зоидные. Быстро. Тиран не очень быстро, ладно. Саб 40. Вот тут стрет немного щупальца, но это вроде не критично. Нет, я тут, по-моему, теперь буду сюда ее брать щупальцу. Вроде реально от нее вреда не так много, как мне казалось. Все же пользы явно побольше будут. Бетмерк.
Да, блядь, в смысле? Три. 43.